В марте начнется строительство автомобильной дороги в Кербаджарский район, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госагентства автомобильной дороги Азербайджана Салих Мамедов, передает канал 13. Работы по проектированию дороги начаты 2 месяца назад с участием турецкой компании, сказал глава агентства. По поручению президента Азербайджана для безопасного передвижения строится новая дорога, которая пройдет через Гянджу и Гёйгёль. Пока же с участием российских миротворцев используется дорога Тер-Терагдере-Кербаджар, подчеркнул Салих Мамедов. Он также отметил, что новая 100-километровая автодорога в Шушу через Физули будет сдана до конца августа 2021 года.